Mikrowłowce. Вот таких вот микроовечек завести, да, на даче. Да, вот таких бы овечек завести, да? Большой еще, рыженький он. Всем привет! У нас что? Зоопарк. Зоопарк в Латинске. Показываю вам вот обезьян, не только обезьян, там еще есть слоны были. Так, приходите в зоопарк, очень ценные, недорогие довольно, буквально вот взрослый 800 тенге, детский, по-моему, 400, точно не помню, но взрослый 800 тенге. Приходите с детишками. Он очень весело, есть на что посмотреть. Мне очень понравились там жирафы. Есть кафе, у меня один там кафе. Есть мороженое, есть батуты, есть для детей развлечения. Приходите и не пожалеете. Видишь, он как Адам цел вставал, видишь? Она шипит еще. Мама, уже на себе. Мама уже... Сейчас бегемотик выплывет. О, высунул вот, только вот, ноздри. Вот. Только ноздри. Вон он его мышку поймал или что там, такая длинная мышка, большая вернее, дерет туда-сюда, или лягушка, или мышка. Я же с ним не знаю, мне кажется, поймал. А, нет, он второй, да, да, обычный, тем самым второй. А, вот вторая просто их просто не знаю. Интересно, за ним интересно.
Как это птица? Нет еще? Нет. Давай, а это крыска? Крыска, да. Как это вот зовут птицу? Сейчас почитаем. Вот это дрожь, по-моему, с красным клювом. Целиком собираться есть. Ничего себе. Чем он терет? Или вот так он рвет, или что? Это ворон, оказывается. Ворон? Да. Черный ворон. Рогатый называют его. А это какой-то дрозд, но он как-то по-другому называется. У нас такие похожие, только поменьше. С желтыми клювиками. Какой красивый. Эта гниза тоже прилетела, присматривается. Но я на ней пролезет. Скворцы эти с рыжими лапами, с желтыми. А что он ворон, что он делает с ним? Что он делает с ним? Куски отрывает, что делает, что делает. У него же лапы не может придерживать, почему? Так пытается клювиком. Красиво. Спасибо.